Праздник, посвященный Международному дню студента, молодежь КУНФ проводит ежегодно. Каждый раз стараются удивить гостей мероприятия чем-то новым и запоминающимся. В этом году порадовали местных жителей необычной локацией. Праздник провели на катке на улице Лакина. Развлекательная программа для молодежи была представлена различными интерактивными играми на льду, всевозможными конкурсами и эстафетами. Также мы принесли наш традиционный волонтерский пирог, который пекли наши ребята. Это шарлотки яблочные. Вот. И студенты техникума туризма проведут интерактив для ребятишек, будут подарки. Студенты учебного учреждения провели мастер-класс по хоккею, рассказали об основах игры и продемонстрировали игровую амуницию. В забавах и эстафетах вместе с друзьями участие принимала и Анастасия Головкина. Очень часто бываю на этом катке. Очень нравится то, что вы тут делаете. Сегодня праздник, мы решили со всеми моими друзьями пойти покататься на коньках. Также для всех желающих был организован горячий чай из самовара и свежая выпечка. А победителям в интерактивных конкурсах вручили сладкие подарки от общественной организации «Мой адрес». Кроме того, всем участникам мероприятия организаторы подарили традиционную «Татьянку» – поздравительную открытку ко дню студента.